Привет, друзья! Алексей Бо на связи. Вот хочу вам познакомить, хочу вам кое-что здесь показать. Вот давайте повернемся и увидим что-то здесь на берегу. Видите? О, что это такое? Мы тоже думали, и вот сегодня поговорили. Давайте посмотрим издалека. Это плавучий такой домик будет здесь. И там, короче, можно отдыхать, как прогулочный плот. Вот. Давайте его вот посмотрим, как оно сделано. Ну, видите, вот идет строительство. Видите, положили там бочки, пластмассовые бочки. И чтобы оно держало. Видите, двойное дно. И в дне вот эти пустые бочки. Вот как они сделали. И вот здесь будет... Ну, короче, будет как-то здесь такой у них план. Например, может быть, ресторан. Какая-то отдых. Ну, будет, они уже сказали, что будет небольшой бар здесь. То есть люди будут отдыхать. Такой, как плавучий ресторан. Давайте посмотрим. Просто вот интересно, что раньше я не видел. И видите, делается из бамбука, из местных материалов. Вот видите, как они перевязывают. И вот такой целый... Ну, вот, например, можно построить себе дом и плавать на нем. О, друзья, ну вот интересно, вот это. Давайте еще посмотрим, как оно выглядит. Мы только что сегодня с ними поговорили. Видите, бамбук. И будет такой плавучий маленький ресторан. А вот здесь у нас, видите, массаж. Прямо рядом с массажный такой салон. How much a massage? 300? 4? А видите, друзья, всего лишь достаточно недорого, всего лишь 400 песо. Вот мы когда едем в Такбеларан, мы платим, ну, 300, а здесь 400. По-моему, и на пляже, по-моему, замечательно. Честно говоря, я даже думаю, что очень скоро я и самостоятельно попробую его, потому что цена вполне... Is it for 1 hour? Окей, thank you very much. Видите, 400 песо за 1 час. Всем рекомендую, пожалуйста, друзья, запомните адрес на пляж Либаон, Думалуан. Это прямо рядом с нами. Видите, какие вещи с нами здесь творятся. И вот я сегодня хочу вам показать, что сегодня будет, по-моему, будет очень красивый закат, но еще до него нужно подождать минут 15-20. Мы пока что продвигаемся в нашей прогулке. Друзья, вот эти новости я хотел вам показать. Плот, плавучий плот. Ресторан они делают. И массаж, который мы вот здесь у нас прямо рядом на пляже можно получить. Друзья, был Алексей Бу. Хочу напомнить вам, что когда вы подписываетесь на канал, поставьте себе уведомление, чтобы вам приходили на каждое видео. Для этого нужно щелкните на значок колокольчика и выберите, чтобы вам приходили уведомления. Иначе на YouTube уведомления не будет приходить на каждое видео, и вы можете пропустить нечто очень важное. Всего хорошего, Алексей Бул, до связи.